Вітаю вас, шановні друзі! В ефірі програма «Це вас хвилює» і з вами я, Галина Щерба. По понеділках ми піднімаємо питання, які стосуються вашого здоров'я. І сьогодні ми будемо говорити про вакцинацію. Для цього до нашої студії завітала обласний дитячий імунолог Тетяна Оскіна. Доброго дня! Добрий день! Я хочу нашим глядачам повідомити номер телефону студії прямого ефіру, для того, щоб ви змогли поставити наші гості свої запитання. 47 74 72. 47 74 72. Набирайте цей номер і можете задавати питання Тетяні Володимирівні. А поки за вас попрацюю я. Скажіть, будь ласка, які найгостріші проблеми, за яких необхідна вакцинація саме зараз? Вообще вакцинация предназначена для того, чтобы регулировать инфекционные заболевания, против которых, собственно говоря, делается вакцинация. По ряду причин, то, что было недостаточно вакцин, недостаточное количество поступления вакцин, достаточно людей, которые отказались от прививок, понизился охват иммунизации как детского населения, так и, естественно, взрослого населения. И в связи с тем, что ниже охват, прямо обратно пропорционально, то есть увеличение, произошло рост заболевания. В частности, в этот год вспышка в Украине, отмечается вспышка заболевания корью. Такие области, как Одесская, Ивано-Франковская и Тернопольская, они уже, скажем так, горят по коре. В Одессе около 700 случаев и 2 смертных случая среди детского населения. От коревой пневмонии – это наиболее тяжелое осложнение кори. Николаевская область, к счастью, у нас несколько ситуаций лучше. У нас 14 случаев. Это город Николаев, город Первомайск, Арбузинский район. И наибольшее количество случаев – это Братский район. Слава богу, смертных случаев у нас не было. Но, тем не менее, в данной ситуации первое, для того, чтобы остановить вспышку кори, следует максимально привить детей и привить взрослое население, потому что болеют как дети, так и взрослые. И самый пожилой человек, который заболел вот в эту вспышку кори, это в Одесской области, ему 62 года. То есть болеют все. Причем, как болеют дети, у детей чем младше, тем тяжелее протекает, а у взрослых чем старше, тем тоже тяжелее. Давайте трошки налякаємо наших глядачів, чим небезпечна ця, здавалося б, дитяча хвороба? Ну, на сегодняшний день даже уже нельзя сказать, что это детское заболевание, потому что основное количество людей заболевших – это, в принципе, подростки. Это дети с 4 до 9 лет. И подростки и старшие – это уже 20 и больше лет. Чем опасно? Опасно тем своими осложнениями. Это коревая пневмония, это коревой энцефалит. Которые есть очень серьезные заболевания, которые приводят и к смертным случаям часто, и к инвалидизации приводят заболевшего. Поэтому проще, конечно, проще быть привитым, тогда либо вы вообще не заболеваете, либо заболевание проходит очень легко и просто. Существует насправді говорять, що краще попередити хворобу, ніж потім її лікувати. Однозначно, звісно. І вакцина може впоратися із таким важливим завданням попередити небезпечну хворобу. Звісно. На сьогоднішній день, чому така ситуація сложилась? Тому що у нас всього лише охват около 50-55% дітей до року і дітей 6-літок, ті, які мають прививки. То есть только 50% у нас детей защищены от такого тяжелого заболевания, как корь. Поэтому я просто призываю
вас, посмотрите, убедитесь, что ваш ребенок привит против кори. И если вы видите, что в прививочных формах у вас нет этой прививки, пожалуйста, обратитесь по месту жительства. Сейчас вакцина есть, и ее можно спокойно сделать. Вакцина против кори комбинированная. Туда входит не только кривой компонент, туда входит еще против паротита и против краснухи. Поэтому вакцина производства Бельгия, фирма GlaxoSmithKline, то есть европейское качество. Тобто вакцина эффективна. Матуси могут не бояться. Могут не бояться совершенно. Вакцина переносится очень легко, практически не имеет никаких побочных действий и никаких реакций, и тем более осложнений. А скажите, пожалуйста, а противопоказания для вакцины, для цієї? Противопоказаний практически тоже нет. Значит, противопоказания являются либо острые заболевания, либо обострение хронических каких-то заболеваний, которые имеет ребенок или взрослый. И аллергия на компоненты вакцины. И практически, ну, онкопатология в острый период и тяжелые врожденные иммунодефициты, это тоже будет противопоказание. Но говорить о том, что даже ВИЧ-инфицированные прививаются против этих инфекций, это уже можно сказать, что вакцина достаточно легкая. И переносится хорошо, поэтому, пожалуйста, можете обращаться и прививаться, защищаться. Чесный график для вакцинации? Да, существует график. Прививаются дети в годик, которым исполнился год, то есть с года до двух. Кто не успевает получить вакцину, вакцину можно получить в любом возрасте после года и после двух лет. Ревакцинация в 6 лет. Идет. Опять-таки, если кто-то не имеет вообще до 6 лет, тогда делают вакцину один раз, через месяц уже идет ревакцинация, и таким образом ваш ребенок будет защищен. Те взрослые, которые не получили вакцинацию вообще, либо взрослое население у нас практически не получало вторую ревакцинацию против кори, поэтому, пожалуйста, скажем так, взрослое население пока не может быть вакцинировано бесплатной вакциной, которая поступает на детей. Дети безкоштовно вакцинируются? Дети бесплатно. Есть вакцина по месту жительства, которая поступает для них бесплатно. Есть вакцина, которая есть в аптеках. Пожалуйста, взрослое население, кто хочет вакцинироваться, до 40 лет могут привиться против паротита, краснухи и кори, но уже за свои деньги. Доступна вакцина? Стоимость вакцины, она колеблется от 230 до 270, но я так думаю, что здоровье стоит намного дороже, чем эта вакцина. Лікуватися буде дорожче. Конечно. Особое внимание хочу обратить на женщин детородного периода, которые планируют беременность. В эту вакцину входит краснушный компонент, так называемый. Поэтому очень важно быть женщинам привитым против краснухи, потому что основная причина на сегодняшний день врожденных пороков развития – это именно перенесение краснухи во время беременности в скрытой ее форме. То есть женщина даже может не почувствовать, что она больна краснухой, а ребенок будет именно перенесет краснуху внутриутробно, и будут тяжелые пороки развития и пороки развития именно сердца, что может принести и к крайним родам, и к выкидышу, и, естественно, к рождению больного ребенка, инвалида на всю жизнь. Але поэтому тоже не можно. Нельзя прививаться. Необходимо ее сделать хотя бы за 3 месяца до планированной беременности. Дякую. 47-74-72, номер телефону студії прямого ефіру телеканалу «Миколаїв». Телефонуйте, задавайте свої запитання. Наші гості, ми сьогодні говоримо про вакцинацію із Тетяною Володимирівною Оскіною, обласним дитячим імунологом. І продовжуємо нашу бесіду.
кір ви поставили на перше місце серед небезпечних захворювань, які може попередити вакцинація. Які б ви ще підкреслили захворювання, які, от, про які поговорити нагально просто зараз? Хотіла би поговорити про коклюш обов'язково. Значить, коклюш дуже теж опасна інфекція. Тоже считается детской инфекцией, и от нее есть прививка, которую вы все знаете, она называется АКДС. Коклюш, с одной стороны, это как бы вроде как приступообразный кашель, но этот кашель может превратиться в очень тяжелую ситуацию в семье и для ребенка, потому что это приступообразный кашель, до рвоты, это приступы ночью, это приступы днем, это тяжелое состояние ребенка. И для маленьких детей до года это практически реанимационная ситуация, потому что происходит нехватка кислорода у ребенка и, естественно, очень серьезная, до по существу остановки дыхания, до апноэ. Поэтому ситуация очень серьезная. А в основном разносчиками вот этого коклюша являются взрослые, потому что взрослая основная масса когда-то в детстве была привита, у них таких приступов уже нет, как у детей, а есть просто кашель, длительный кашель, они кашляют и даже не знают, думают, что они переносят просто трахеит, а у них проходит вот таким вот образом стертым коклюш, но они являются разносчиками коклюша и источником именно для маленьких детей и очень опасно для новорожденных. Это самое опасное, это коклюш вот до 2 месяцев, пока ребенок еще не имеет прививки. График прививки против коклюша, то есть тоже идет комбинированная вакцина, в которую входит коклюш, дифтерия, столбняк. Есть несколько вакцин. Есть вакцина индийского производства, называется АКДС. Есть иногда, появляется в аптечной сети вакцина харьковская, украинская АКДС. Эти две вакцины, там цельноклеточный коклюш. То есть там коклюш, который просто вот он целый, прямо в оболочке, как вот есть коклюшная палочка, она просто убита и находится в этой вакцине. И есть вакцины зарубежные, комбинированные, такие как группа Инфанрикса, Инфанрикс, Инфанрикс ЭПВ, Инфанрикс Гекса, Гексаксим, и такие как Франция, Бельгия. Там идет ацеллюлярный коклюш, то есть коклюш разделили, несколько антигенов забрали с коклюшной палочки и вставили в вакцину. Конечно, вот эта группа вакцин, она дает меньше реакций, но она дает и меньше иммунитета. И когда идет такой рост заболеваемости, как сегодня у нас по коклюшу, да, лучше прививаться вот этой индийской вакциной, она даст, да, 100% практически защиту от коклюша. Хотя она более реактогенная, то есть дает большее количество реакций на эту вакцину. Противопоказания для этой вакцины? Противопоказания тоже являются аллергические реакции на компоненты вакцины. Если ребенок аллергик, действительно, или у него есть неврологическая патология серьезная, то нежелательно делать эту вакцину, потому что больше шанс реакции какие-то будут аллергические на эту вакцину. Тогда мы либо убираем коклюшный компонент с этой вакцины, либо все-таки предпочтительно прививаться действительно вот этими импортными вакцинами. Разница в том, что вот вакцина АКДС, она в свободном доступе бесплатно по месту жительства. А вакцины, вот эти зарубежные комбинированные, их на сегодняшний день пока в свободном доступе нет. Они не бывают бесплатными, они все поступают через аптечную сеть. На сегодняшний день мы ждем
Через неделю где-то поступит вакцина французская, тетраксим, и конец месяца, и начало октября выходит сертификация инфанрикс-гекса и гексоксим вакцины. То есть это Франция и Бельгия. Но они тоже будут только через аптечную сеть, к сожалению. Поэтому вот, ну, кто хочет, тот может привиться вот этими вакцинами, уже покупая их в аптеке. Ви зазначили, що до складу цієї вакцини, основної індійської, входить і вакцина проти правцю. Тобто ще захист, ще один заслон проти ще одного важкого захворювання. Наскільки от воно зараз актуально для Миколаєва, для півдня України? І теж на сьогодні одна із тих проблем, які на сьогоднішній день складно вирішити людям, які не вакциновані. Вакцина, вот эта АКД, защищает на самом деле от трех инфекций. Это коклюш, дифтерия, столбняк. Про коклюш мы уже поговорили, про столбняк. Столбняк, на самом деле, он в большей степени связан с проблемой, если ребенок или взрослый поранился, и эта рана, связанная в основном с землей, с загрязнением. То есть столбнячная палочка, она живет в земле и сохраняется очень-очень-очень долго, и никакие там морозы и солнце ее не берет. Вот, поэтому, если рана загрязнилась, и если вы привиты, у вас есть защитный титр антител, и вы совершенно спокойно можете лечить свою рану и не думать ни о чем вообще. Если вы не привиты, тогда встает вопрос очень большой, потому что инкубационный период 21 день по столбняку, и вот эти 21 день, то есть либо надо срочно привиться, и плюс еще сделать противостолбнячную сыворотку, которой в Украине на сегодняшний день нет. А сыворотка дает возможность месяц до того, как выработаются свои антитела, как бы это антитела извне с этой сыворотки, они вас будут защищать от столбняка. Таким образом, раз нет вот этой месячной защиты, поэтому есть шанс заболеть. Поэтому лучше, опять-таки, предотвратить заболевание, чем потом мучиться и думать, заболею, и не дай бог заболеть. У нас уже за этот год в Украине 8 случаев столбняка, очень тяжелых, у маленьких деток. Погибл ребенок в Днепропетровске, сегодня во Львове девочка со столбняком лежит. То есть случаи есть. И поверьте, в нашей земле, в Николаевской, тоже есть палочки, столбнячные вот эти палочки, и тоже можно заразиться. У нас вот последнее время не было смертных случаев, а вообще в истории были смертные случаи от столбняка и у нас на Николаевской области. И учитывая то, что, конечно, столбняком болеет в любом возрасте абсолютно, то взрослое население тоже обязано делать прививки и контролировать свои прививки против столбняка. На сегодняшний день очень достаточное количество вакцины АДСМ, это против дифтерии столбняка, для взрослого населения. Пожалуйста, каждый может подойти в свою поликлинику по месту жительства или на работе, где там, вот я знаю, что вот Заря прививает свое население и своих рабочих, и спокойно может привиться, проверить. Значит, взрослым делают прививки один раз в 10 лет. И этого достаточно для того, чтобы просто продолжалась эта защита, поддерживался вот этот защитный титр антител против столбняка и против дифтерии. Потому что дифтерия – это тоже следующая очень-очень как бы такая большая проблема. Наверное, взрослое население помнит ту вспышку дифтерии, которая была в 2005 году, и когда мы прививали вообще все население для того, чтобы эту вспышку потушить. Так, наверное, проще просто периодически раз в 10 лет пойти и привиться, и спокойно жить, и знать, что в семье не может быть никаких проблем из-за здоровья.
Зараз із розвитком соцмереж дуже багато гуляє страшних історій про вакцину, про вакцинацію загалом, і люди, багато хто відмовляється і робити профілактику своїм дітлахам. Які проблеми от ви окремили, пов'язані з вакцинацією? Соцмережі – це найбільша проблема, мабуть. Потому что форум мамочек – это просто сказка, в которую можно прочитать. Вот они друг другу передают. Это как, знаете, раньше была игра такая «Испорченный телефон», когда каждый в колонке передавал, и искажая, каждый вот что себе надумывал, дальше придумывал дальше. И передавалось это дальше, и дальше, и дальше. Вот это как раз… Интернет, соцсети – это та же самая игра в испорченный телефон. Потому что знаний никаких, а страха много. Знаете, как говорят, что страх уничтожает разум. Поэтому прежде всего, если вы в интернет заходите, то нужно читать действительно сайты, на которых пишут… действительно люди, которые разбираются в данных вопросах. То есть это иммунологи, это вакцинаторы, поднять зарубежные сайты на английском языке, американский сайт, где замечательные есть статьи по вакцинации, а не читать вот такие дешевые, вот, честно говоря, сайты. Это как желтая пресса. Вы же не верите всему, что там пишут в журналах и в этом в интернете про актеров и все прочее. То же самое про вакцинацию. То есть надо слушать профессионалов и надо больше стараться предохранять вот, действительно своих детей и себя от всего. Но какие бы вы мифы зараз могли развенчать, повязанные с вакциной? Так сразу сложно сказать, конечно, про мифы, но очень много, скажем, ну вот один из мифов, связанный с вакциной против корь-паротит краснуха, это то, что эта вакцина вызывает аутизм. Значит, это было еще в 96-м или 86-м году, когда английский врач вдруг сказал, что количество детей с аутизмом нарастает, потому что это связано с вакциной против кори паротита краснуха. 10 лет проводилось очень в мире огромное исследование по этому поводу. Брались две группы. Те дети, которые получали вакцину КПК, то, которые не получали вакцину КПК. Во всех странах это проводила Всемирная организация здравоохранения. И получили такие результаты, что количество больных с аутизмом совершенно не зависит от того, делается вакцина или не делается вакцина, никак не связано с этим. И был проведен суд над этим доктором, который это все начал, и доктор был лишен лицензии врачебной практики, и, ну, очень серьезное. Вот это вот как бы вот один из мифов, вот, пожалуйста. Давайте тоді повернемося в реальність. У нас дві хвилинки залишається до завершення. І, можливо, ви повідомите, які терміни для планової вакцинації дітей існують? От коли потрібно робити які вакцини? Ну, є взагалі цілий графік профпрививок. Но если вы в этот график профпрививок не по какому-либо поводу не вложились, ради бога, вакцинацию можно начать совершенно с любого времени. Главное начать, главное решиться, не бояться и начать эту вакцинацию. И, пожалуйста, большая просьба, не ищите людей, которые бы вам смогли бы написать эту справку о прививках для детского сада, для школы, потому что потом возникают большие проблемы перепривить ребенка и поменять эту справку. Поэтому не берите на себя такую ответственность это делать, потому что 15%, наверное, населения у нас имеют вот эти справки. Ничего. Вот, защитите детей от этих инфекций, это будет проще всем. И все ж таки, коли робиться перше щеплення?
Первая прививка делается в первый день жизни. Это прививка против гепатита Б. А наступный? Третий-пятый день – это вакцинация против туберкулеза. В роддоме еще. И детки уже выходят привитые от двух инфекций. От туберкулеза и от гепатита Б. Следующая вакцинация у них в 2 месяца. Это вакцина АКДС и полиомиелит. Это в первый год жизни все вакцины? Нет, вот это трехкратно. То есть это идет еще в месяц, еще второй гепатит, потом 2, 4, 6 – это вот АКДС и полиомиелит, и против гемофильной инфекции дважды. И потом вот это на первом году жизни – это все прививки. Следующая прививка идет в годик. В годик – это как раз корь паротит краснуха. Это очень важно на сегодня. Напоминаю, что на сегодня мы боремся с заболеваемостью от кори. И я так надеюсь, с вашей помощью мы, конечно, с этой ситуации выйдем как можно быстрее. И ревакцинация против кори в 6 лет, а на втором году жизни вашего ребенка ждет ревакцинация против коклюши, дифтерии, столбняка, полиомиелита и тоже гемофильная инфекция. Ну что ж, про інші планові заходи наші глядачі можуть вже дізнатися від своїх лікарів, а також у спеціальних кабінетах. Я вам щиро дякую за те, що ви завітали до нашої студії, підняли дуже важливу тему, дуже актуальну, і я сподіваюся на свідомість наших глядачів. Бережіть своє здоров'я і дивіться нас наступного понеділка. На все добре. Здоров'я.